Короче, сегодня я пришла снимать заброшку. Замечательное здание, бывшая фабрика кондитерских изделий, одна из первых фабрик на юге России. Это революционное огромное здание, топоровая фабрика. Я на нее смотрю уже лет 5 и очень хотела давно снять, что здесь внутри. Здесь так прикольно. Ну что, пойдемте. Посмотрим вместе. Там, конечно, уже все просто в плачевном состоянии. Все обрушилось, видите. Уже нет ни перекрытий, ничего. А когда-то здесь было... Когда-то здесь было просто прекрасно. Подвальчик. Такой вот подвальчик. Ну, тут одна комната и ничего интересного. Спускаться как бы туда нет никакого желания. Вообще здесь везде вывески, что не заходить, все рушится, все падает. Но мне так хочется сюда залезть, я вам даже передать не могу. Ой, там кто-то есть. Ладно. Голуби. Люди. Перекрытия все обвалились, все уже обвалилось. А когда-то здесь было так красиво, здесь делали конфетки. А теперь здесь разруха. Вообще в прошлом году говорили, что хотели это здание отреставрировать и что-то здесь сделать. Какой-то или торговый центр, или... Ну, в общем, что-то хотели здесь сделать. Но я смотрю, сейчас рабочие так активно свернулись и вообще уехали. Все. Больше никто ничего делать здесь не собираются. Кстати, здесь могут быть кирпичики старые, дореволюционные, бутылочки тоже старые. По сути, я думаю, здесь еще никто это все не рыл. Здесь так прикольно вообще. Прям хочется здесь остаться на подольше. Никуда не уходить. Но у меня всегда очень мало времени. Вообще у меня в последнее время очень мало времени. Здесь было... По-моему, 5 разных зданий, значит, здесь было 2, по-моему, вот это вот здание, и вот это были склады для сахара, представляете, вообще, это все в мешках, здесь стояли склады для сахара, а здесь вот стояли мраморные внутри столы на втором этаже, и там изготовляли пастилу, мармелад и монпасье. А потом фабрику национализировали после революции. Косточки. Тут одни косточки, тут везде косточки. Тут такое впечатление, что тут какое-то пиршество бомжей. Вон лестницы кусок остался. Ну чё, идемте дальше. И это прям, ну, как бы это все находится в центре,
центре города у нас в Харькове. Ну, как бы спускаться прям туда, это практически нереально. Потому что уже просто все обвалилось и разрушилось. Так вот это все выглядит. Здесь очень красиво будет провести какую-то фотосессию. Очень будет круто на фоне такой вот огромной стены разрушенной. Или здесь. Очень красиво. Вообще очень люблю, не знаю почему, я с детства люблю гулять по таким местам. Все мне так нравится. С самого детства лазить по заброшкам. Я, наверное, вот сколько я себя помню, я гуляла где-то по заброшкам. А в моем детстве и там, где я жила, вообще заброшек было очень много. Мы там гуляли, везде гуляли. И вот по роду моей деятельности антикварной я все время смотрю глазами. Но так бывает, где-то идешь, ты видишь старые кирпичи, ты начинаешь высматривать, а вдруг где-то клейменный кирпич, а вдруг. Это так всегда интересно. Видите, такая башня. Потому что это была паровая фабрика. Первая вообще паровая фабрика. Короче. Так. Так, давайте посмотрим, что там. Мне там тоже интересно, что там. Посмотрим. Ну, кирпичи я сейчас пересматривать не буду. Насчет клейменные, не клейменные. Это очень долго. Чтобы найти клейменный кирпич, это не так просто. Вот и плиточка, кстати, может быть хорошая. Но эта плиточка уродская. Савдеповская. Может быть и хорошая плиточка. Так вот здесь круто. Но все обвалилось, и как бы туда залазить нет вообще никакого смысла. Так, что там дальше у нас? О, подвальчик. Подвальчик, это интересно. Это интересно, интересненько. Видно вам какой там подвальчик? Просто туда прямо боюсь наступать, потому что, чтобы вы поняли, это все сейчас может обвалиться. Вот где я сейчас стою, вот. И сюда вот уходит подвал в землю. Не знаю, сейчас попробую обойти с другой стороны, но тоже как бы упасть туда не хочется. Там такой вот подвал. Видно вам? Не знаю, не видно будет. Даже какая-то мебель валяется. Я думаю, глубокий. Так, что тут дальше у нас? Боже, как же я обожаю заброшки. Как я давно не была в таких местах. Это прям... Вон она, красавица, эта башенка. Если бы еще туда залезть, но я не знаю, если у нас сейчас как-то получится так обойти. У нас это, в смысле, у нас это я и вы. У нас с вами. Потому что никто не разделяет мои интересы лазания по таким помойкам, и хожу я одна. Так что... Надеюсь, здесь нет никаких неприятных людей. Очень надеюсь, что здесь вообще никого нет. Потому что было бы не очень хорошо кого-то повстречать. Это очень не люблю. Красота какая. Скоро, мне вообще кажется, это все снесут. И больше мы этого не увидим. Такой красоты. Так, ну ничего, я пока не пойму, туда дальше можно пройти? Или
чтобы это все ж не обвалилось на меня. Сейчас, короче, я перелезу как-то. Я сейчас вообще с другой стороны попробую обойти это здание. Здесь-то тоже, в принципе, можно это сделать. О, набережная отсюда видна, набережная. Игрушка чья-то. Так, ну чё, короче, идемте с другой стороны. Сейчас это все посмотрим. Да, здесь все, конечно, еще круче. Это хорошо, что здесь вообще было все покрыто зарослями. Просто рабочие. Хорошо, что, видите, они это все поспиривали, они это подготовили к реставрации. Ну, как бы и свалили. Я не знаю, почему они это все бросили, но... Здесь вот так вот красиво. Так вот красиво здесь. Я же говорю, здесь сделать фотосессию просто круть. Просто круть. Надо обязательно будет прийти. Ну там еще здание такое. Я надеюсь, что все сейчас не обвалится. Очень-очень красиво. Прямо веет таким, как из подвала. В общем, если погулять, здесь очень-очень интересно. Да, можно залезть. Так что можете, кто в Харькове живет, прийти погулять. Голубей очень много, очень. Они прям такие сидят. Шарудят, и мне постоянно кажется, что здесь кто-то ходит. А может, кто-то и ходит. Ну, не важно. Кто-то кашляет. Кто-то там в подвале отсиживается с коронавирусом.